Услышать мелодии и слова любимых композиций смог каждый желающий. Концерты памяти Высоцкого проходят в нашем городе уже не первый раз. Среди любителей творчества Владимира Семеновича все больше можно встретить представителей самого молодого поколения. Мне нравится то, что он играет на гитаре. Он мой кумир. Я тоже играю на гитаре. Мелодия идет из его сердца. Это так чувствуется в его словах. Поэт, композитор, артист, он и сейчас продолжает жить в сердцах своих поклонников. Даже дождь не испугал пришедших на концерт зрителей. Они слушали, танцевали, некоторые напевали слова любимых песен. Давно люблю и увлекаюсь творчеством Высоцкого. Утром, кстати, была в церкви и заказала даже панихидку по нему, потому что, ну, мне кажется, нет людей, которые были бы равнодушны действительно к его песням, к его музыке, к его словам. В концерте приняли участие музыкальные коллективы, певцы и артисты города. Среди них рок-группа «На крыльях свободы», Олег и Егор Шабатовский, Сергей Кремлев, Елена Кудрявцева, Татьяна Скоморохова и многие другие. Творчество Владимира Семеновича Высоцкого очень нам близко. То есть мы уже не первый год играем его песни, достаточно такие философские, о жизни. То есть, несмотря на то, что его уже много лет с нами нету, и песни были написаны 30-40 лет назад, они до сих пор актуальны, то есть это про нашу жизнь. Организатором мероприятия выступил областной общественный благотворительный фонд «Наша забота». В настоящее время одной из главных задач фонда является сбор средств на создание и установку памятника Владимиру Высоцкому. На реализацию проекта требуется около 5 миллионов рублей. Пока силами горожан удалось собрать 100 тысяч. Олеся Караульных, Никита Мухин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».